Чуки, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сейчас я нахожусь не дома, как вы, вероятно, поняли. Я сейчас нахожусь в городе Штутгарте, в Германии. И я у себя в номере в отеле, у меня сегодня был очень-очень длинный день. Сначала, соответственно, прилетела в Нью-Йорк, Франкфурт. Потом мы доехали на машине, это заняло где-то там 2 часа, пока я доехала до Штутгарта. И потом я приехала, и я вообще приехала в пресс-тур с компанией Веледа. Наверняка многим из вас знакомы, сейчас покажу вам, например, и вы сразу поймете, о чем я говорю. Вот видите, у меня вот такое масло для тела, так выглядит коробочка. Сейчас покажу вам бутылочку. Вот такие вот масла, всяко вы видели. Вот, это у меня с гранатом, и оно очень вкусно пахнет. К сожалению, у меня ручная кладь, поэтому это единственное, что я смогу взять с собой, потому что у меня ограничение, естественно, по количеству жидкости, которое я могу взять. Но мне обещали потом все прислать. Так вот, я прилетела сюда, у меня было буквально 20 минут для того, чтобы переодеться в халат и там раскидать вещи какие-то по номеру свои. Потом меня отвезли на массаж, отвели на массаж здесь, в спа, в отеле, и мне сделали массаж с маслом, скажу, с календулой. И я попросила что-нибудь такое расслабляющее. Меня полчаса помассировали спину. Я так расслабилась, что я не смогла после этого пойти на обед. Я пришла в номер, я просто присела на кровать и упала на нее и уснула. Это было так хорошо. В общем, я 3 часа поспала, и потом после этого встала. У нас сейчас был ужин. И я после ужина вернулась назад в номер. Мне надо подготовить, что я буду завтра надевать, потому что завтра у нас очень классный, насыщенный день. Мы поедем на производство косметики Веледа, и мы поедем, посмотрим сады, сад, где выращивают разные ингредиенты для этой косметики. И, в общем, нам обещали очень интересную программу, плюс научат еще делать самой себе массаж ножек, ручек и головы, если не ошибаюсь. По-моему, да, руки, голова и ножки. Вот, и завтра буду все это снимать. Насколько я знаю, на производстве снимать нельзя будет, потому что там очень четкие правила по поводу гигиены, и что все должно быть очень чисто, никаких там доставаний камер и телефонов для того, чтобы разбросать микробы, это, естественно, ни в коем случае нельзя. Поэтому, что смогу, то завтра для вас поснимаю. Завтра обещаю достаточно хорошую погоду, хотя есть вероятность дождя. Надеюсь, обойдется. Так что, да, все, я пошла сейчас спать. Быстренько, может быть, покажу вам номер, хотя, наверное, завтра, наверное, лучше показать вам его, когда он будет уже чистенький завтра. Не знаю, давайте покажу, что я потом это вырежу и покажу вам завтра чистый, когда уже все прибрано будет. Тем более сейчас темно, потому что на улице уже 11 часов вечера, если не ошибаюсь. Хотела часы посмотреть. Вот, давайте сейчас быстренько покажу номер и буду укладываться. Когда заходишь в номер, видишь вот это, здесь шкаф, здесь, соответственно, можно вещи свои повесить. И вот это вот вход в ванную комнату. Здесь кровать. Я уже попросила, чтобы мне принесли утюг, потому что я платье сегодня для ужина гладила. И вот на этой кроватке я сегодня очень уютно спала. 3, по-моему, часа мне получилось поспать, но хоть что-то. И вот сама комнатка такая. Мне очень нравится, что здесь столько места свободного. И посмотрите, такой вот уголок приятный. Прям, ну вот реально супер уютно. Очень красивый номер. Здесь вот получается такая стеклянная стена между ванной и комнатой. И вот так это все смотрится с этой стороны. Ваша покорная. В таком вот платьишке в моем любимом от Кос. Очень его люблю. Здесь мои кармашки супер удобные. Вот. И вот так выглядит ванная. Сделаю сейчас себе, пожалуй, чайку, потому что я в аэропорту купила себе рафаэлки. И вот это креслице, оно меня прям зовет, чтобы я здесь посидела, пила чаю с рафаэлками. Очень, конечно, удобно, когда вот так вот лампа прямо в голову. Мне иногда кажется, что влоги — это как записки сумасшедшего. Вам кажется, что это записки сумасшедшего? Все, я уже переоделась, заварила себе чаек. Буду смывать, наверное, после этого сразу макияж. Глаза вообще устали из-за того, что летела и не выспалась. Я сегодня, когда вот эти 3 часа поспала в отеле и потом проснулась, и посмотрела в зеркало, у меня глаза были просто как у кролика красные. Так что надо сегодня долго не засиживаться и ложиться спать, потому что завтра в 8 мы уже выезжаем. То есть в 8 надо уже быть собранной, поевшей и стоять внизу для того, чтобы ехать. В общем, завтра будет очень насыщенный день. Я, кстати, не помню, сказала я или нет. У нас получается целый насыщенный день, и потом ужин. И в 4 часа ночи, ну, утра, за мной приезжает трансфер, потому что в аэропорту мне надо быть уже в 6:30. То есть, в принципе, я поспать следующую ночь не успею совсем.
Поэтому я не знаю, может быть, я не пойду даже на ужин, и сразу пойду собирать вещи и хоть чуть-чуть поспать. Смотрю сейчас Алену, хотела сказать: Ален, поздравляю тебя с таким замечательным событием в твоей жизни. Алену, вот, Робину Гудину. И Аленка, это очень классные новости, я рада, что у вас все хорошо, и поздравляю тебя с тем, что ты стала мамой. Я прям очень рада за тебя. Катится автобус по вечернему городу, я гляжу в окно, я получаю информацию. Нам тут уже материалы подготовили и какие-то вкусности еще. Пока все рассаживаются, я решила быстренько снять вам такой небольшой кусочек. В общем, наступил уже следующий день, утро, и мы уже приехали в сады Вилета. Сейчас нам сделают небольшую презентацию, расскажут побольше о бренде, и потом поведут вот именно по самому саду гулять. А вообще нас сюда привезли, потому что Виледе в этом году исполняется 95 лет, и многие рецептуры, то есть многие продукты уже очень-очень давно существуют, и их рецептура не меняется, но тем не менее с годами вот нам рассказывают, что в очередной раз доказывается эффективность этих продуктов. В общем, сейчас еще больше узнаем, и тогда вам тоже покажу все. А это то, что я сейчас вижу с балкончика, когда с вами разговариваю. Бегу, бегу, бегу. Более быстрое развитие в сторону косметики, потому что это связано было, конечно, еще с интернационализацией, и чего в наших продуктах нет, то есть, например, вот этого всего нету, то есть, тем самым мы как бы защищаем природу. Так, чтобы сейчас не мешать всем остальным, пока я рассказываю, потому что они-то все это слышали. В общем, сейчас у нас была презентация. Чуть сильно светло, да? Вот так вроде получше. Так вот, что нам рассказали и что я хочу рассказать, пока я помню. Абсолютно все ингредиенты в косметике Виледа. А, я вижу отражение свое. В общем, сейчас узнала, что абсолютно все ингредиенты в косметике Виледа полностью натуральные, 80% из них органические, и они не добавляют именно какие-то искусственные отдушки. Они закупают эфирные масла, у них есть свой парфюмер, который делает вот эти вот все ароматы. Так, все, мы выдвигаемся. Вот наш гид. Hi, I'm here at the garden of Vileda, and yeah, we start. Мамочки, как красиво! Because we make our own tinctures, we make the essences from oil and water directly here. Говорят, в общем, что, смотрите, вот там сад начинается, а вот в этом здании, позади меня, там они делают полностью все свои экстракты, то есть все вот это они делают сами, они не покупают готовый экстракт. Они говорят, что специально везде маленькие прудики в саду, чтобы можно было, чтобы всякие букашки здесь жили, все насекомые, бабочки разные. Чтобы вся вот эта вот система, она была в балансе, чтобы не было чего-то слишком много, а чего-то слишком мало. Что это такое? Как у бабушки на даче. Один в один. Все, нашу группу повели. Пока-пока. Пока, ребят. Сегодня ночью ужасно, дождь просто колотил. А сейчас очень сильно парит, солнце то появляется, то пропадает, но чувствую, что опять будет дождь. Бабочки! Я бегу с бабками. Я нашла грядки папоротник. Смотрите, что сделано. Тут такой... Вот такой вот домик для него. Вот, кстати, работник этого сада. Так, где она тут? Органическая. Органическая красная смородина. Нормально. А нет, что-то не так уж и кисло. Реально, сначала наша первая реакция такая, типа... Это подкрепилось. On a special way we try to understand the plants, what is typical. And when you look to a birch, then... Ольга, сколько процентов ингредиентов растительных используется... Именно из этого сада? Именно из этого сада. Для лекарственных средств около 80%. А для косметики, я думаю, процентов 20%. А, окей, значит, мы не сильно далеки были, да? Спасибо. Пчелка. Не нападает даже.
Все сразу побежали селфиться, потому что такая красота. Все тепло оделись, теперь умираем просто на жары. Без шапок, как мне нагревает. Нет, там в шапках. Нет, некоторые. Вот две. А вот... Ну да. Ну печет очень сильно. Ой, как красиво, если в ту сторону смотреть вообще. Пока наша группа ушла и никто не видит, я решила похулиганить. На тебя. Да, тут педалька есть. Интересно, что случится? Ничего не случится, когда я нажму на... Оп! Окей. О, окей. О, that's fast. Окей. А поснимай это, пожалуйста, с стороны. О, вау, вау. Пока, ребята! Ты отлично в этой машине смотришься. Спасибо. Мы уже все голодные, мы увидели помидоры. Все, уже к обеду готовы. Мы же там и лимоны видели, но, наверное, не наешься особо. Все, бози. Че, какие хорошие. Все, пошел от меня. Давай, не стесняйся. Давайте, ребят, поплавайте. А тут черная смородина? Ага. Великолепно. О, там вообще не тронут. Мы с шалашами ем. Вот. Перебьешь себе аппетит. Ага, конечно, двумя ягодками. То есть вы видите, как прессуется вытяжка с календулой. Ага. То есть это последние уже остатки растительного материала, в котором еще осталась вытяжка. Будет сейчас просто машиной прессоваться. А вот это? И здесь вот можно видеть то, что вот это начальное, то есть они вот такой как марлю кладут. И там видно даже остатки календулы на этой марле. А, всякие штуки. Сейчас нас учили наносить это все на волосы. Сейчас на кончики пальцев нанесу и буду массировать. Экстракт от чашок стоит, содерживает два. В то же время он растет в горных участках, и таким образом корень его должен уметь иметь возможность хорошо держаться под причесочка. Хрен всем наружу. Пух он укрепляет кожу головы, а отчеток увлажняет кожу головы. И розмарин используется в продукции масла. Ой, мне кажется, да, я это масло, как очищаете масло на кожу. Что за класс? Чтобы мне было не менее. От тоника. Что он взял? Я беру руку и распределяю масло. Ты головой не сразу. Вот так гладить. Еще говорят, надо. На меня после этого женишься? Закрываю ладонь двумя руками, разворачиваю. Первая смена немножко палата. Это самое приятное. Нас научили делать массаж рук. У меня кожа такая увлажненная, кутикулу прям хорошенечко смазала скинфудом. Сейчас нас привезли, сказали, сейчас сюрпризик будет. Прелесть какая. Вы садитесь, а я вам добавлю. Это наши добавки в ванную. А нам еще коктейли принесут. Типа воды, умейте того рассказать. Так, кому я еще не добавила? Хочешь, я тебя поснимаю отсюда? Да, поснимай меня отсюда. А у нас... Ну как? Хорошо. Теперь я веду видеоблог. Почувствуй себя блогером. Хочешь, я тебя поснимаю? Так, кому же добавить кожу или хорошо? Поэтому по траве ходим. Я не ходила по траве, кстати, босиком. Но я всем очень завидовала в этот момент. Все, мы отсюда уже уезжаем. И сейчас едем на производство. Там, к сожалению, снимать нельзя будет, поэтому... Потом уже вечером, наверное, в отеле немножечко еще с вами поболтаю. Полные сандалии песка! Я прям слышу радость в этом голосе. Эй, дружочек, а что ты ко мне повернулся? А что они все от меня убежали? Иди сюда!
Скажу, сколько времени. Без 5:12. А в 4:25 за мной переедет машина, по-моему, я это говорила в предыдущем включении. И мне сейчас надо благополучно собрать все вещи, умыться и, может быть, даже, может, пару часов поспать. То есть 4 мне вставать, у меня осталось 4 часа. А сна не в одном глазу. Только что были в ресторане, вот там меня уже начинало рубить. А сейчас мне разуться. Вот. Поездка супер классно прошла, на самом деле. Это была не слишком длинная поездка, потому что... Так, лица не видно. Потому что я и все посмотрела, и немножечко развеялась. И я не слишком сильно соскучилась по дому, потому что я в последнее время довольно часто езжу. И, ну, честно, просто скучаю по мужу, по Мише, по своей вот кроватке любимой, по своим вещам. Потому что все-таки, ну, ты там все вещи, чтобы было комфортно, не можешь с собой взять поездку. Поэтому мне очень-очень понравилось, что было коротко. Очень жалко, что нельзя было снимать на производстве. Но в целом было самое интересное было посмотреть на вот эту вот линию упаковки. Каждый там винтичек специально предназначен для того, чтобы вот правильно завернуть уголок коробки. В общем, это очень круто. Я сейчас все вообще упакую, джинсы тоже. И я поеду, наверное, в леггинсах найковских, в кроссовках и спортивный лифчик надену, сверху просто белую рубашку Zara, в которой я сегодня целый день ходила. Все, кстати, спрашивали, что за рубашка. Это заровская обычная рубашка, она сейчас, по-моему, вообще у всех есть. Вот, не знаю, как я сейчас подарки упакую, надо было, наверное, часть оставить, чтобы мне потом прислали, потому что у меня ручная кладь, и жидкости мне никак не увезти. Здорово, что в этот раз получилось, что там нас было человек, наверное, 15, и я только одного журналиста знала, до этого мы в Париже пересекались, то есть очень круто, когда... Очень круто со старыми знакомыми и друзьями встречаться в просторах, но тоже очень здорово находить новых знакомых и друзей, и, в общем... Под конец уже так грустно прощаться, потому что, ну, так классно время провели вместе. И вот за этот короткий срок в поездках становишься прям вообще как родные. И я вот сейчас смотрю в видоискатель, мне такое ощущение, что так сильно наклонено все. Но я думаю, все равно интересненько. Я думаю, я сейчас чаю себе сделаю.